вечора, шановні коростенці, гості нашого міста та онлайн-інтернет-глядачі. Раді вітати вас на міжнародному фестивалі авторської православної пісні «Утрення заря». Дорогі отці, братія і сестри, по благословенню Високопреосвященнішого Віссаріона, митрополита Овруцького і Коростенського, ми знову зібрались тут сьогодні, щоб прославити в піснях покровительницю нашого фестивалю, святу і равноапостольну княгиню Ольгу. Ми будемо обращатися к її життю, щоб почерпнути крупиці мудрості і назидатися її святим приміром. Незважаючи на всі труднощі та тривоги, які відбуваються на нашій багатостраждальній землі, наш проект продовжує своє існування і розвиток. Ось вже у 8 ми зустрічаємося з вами у ці дні в нашому чудовому парку на берегах річки Уж. І ми дуже сподіваємося, що сьогоднішній наш концерт подарить вам радість, а слова добрих православних пісень согріють ваші серця, допоможуть уйти на час від повсякденних забот, від мирської суети і відпочити душою. К огромному сожалению, вот уже второй раз мы проводим утреннюю зарю без ее основателя, дорогого нашего батюшки, отца Александра Воронцова. Отець Олександр до останніх днів свого земного життя піклувався за долю фестивалю і хотів, щоб він продовжувався. Тому завдяки однодумцям фестиваль живе і продовжує розвиватися. Княгиня Ольга своїм прикладом та настановами намагалася зародити у серці свого малолітнього онука, майбутнього князя Володимира, зерна християнської моралі. І сьогодні, як ніколи, актуально виховання юнацтва в традиціях любові і добра. Саме так з'явився хоровий колектив «Дзвін» під керівництвом матушки Ірини Угніч. Він виріс з недільної школи села Привороття, в якій дітям і молодим людям відкривали скарби мудрості та доброти, дбайливо збережені православною церквою. Зустрічайте на сцені хоровий колектив «Дзвін». Знову тьма нашу землю накрила,
Вавилонская черна чума, знов німо та розправила крила, і, здається, спасіння нема. Та не падаймо духом, братове, і ставаймо плечем до плеча. Нам защит буде Божеє слово, а молитва завістря меча. Ставай всяк чесний муж боронити святу Русь. Ставай всяк чесний муж боронити святу Русь. Ставай всяк чесний муж боронити святу Русь. Сьогодні хочеться в першу чергу пожелати всім міра. Конечно же, просим всегда у Бога какого-то личного, чего-то своего для семьи, для детей, по работе. Но мы должны не забывать, что Господь призывает нас: ищите прежде Царство Божие и правды Его, а все остальное, Господь говорит, приложится нам. Поэтому, видя вокруг нестроения, видя какие-то наши скорби и болезни, мы должны подумать о том, что все это нам не спосылается для врачевания наших душ. И прежде всего мы должны молиться о спасении наших душ, и тогда будет у нас мир и благоденствие. Мы все друзья повинны в том, что не горим святым огнем любви. Зросивши нас очисти, что мало думаем о ней, годину грозных мрачных дней, все изменивших нашей жизни. И счастье себе удобство мой, мы устремляем каждый шаг к тому, что страсти наши манит, что всем нам радость сулит, что наши помыслы пьяни, но что в конце нас всех обманет. Мы, забыв наш культ, наш быт и роль, стремимся щедро мы вперед, куда-то призрачные дали, надеждой праздной сердцу лжем. И безрассудно создаем себе лишь новые печали. Мы все друзья повинны в том. Позвольте же всем пожелать крепкой, твердой, живой веры. Вера наша славная, вера православная. Вера наша славная, вера православная, корни выси возвышение, и к горам небесным путь простой, но тесный, верным, Господи, спасение. Вера наша славная, вера православная, правды Божьей утверждение, грешных всех взыскание, истины вещание, церкви Божьей основание. Благодарим! Для вас выступал коллектив «Звон», выпускники воскресной школы. Поддерживайте участников. Церковь взывает к княгине Ольге такими словами: «Радуйся, духовная наша мать, и спросившая у Бога просвещение праотцем нашим. Радуйся, яко образом жития твоего, святый князь Владимир, подвигся прияти христианскую веру».
Наш наступний виконавець, отець Володимир Шинкарук, вже має досвід виступів на цій сцені. Учасник фестивалю 2014 року. Прийнявши сан священника, він не залишив бардовську православну пісню, а з новою силою несе просвіту нашим сучасникам. Говорить простими словами пісні о том, що є Господь. Допомагає відкрити наші серця для віри і любові. Надихає своїм прикладом авторів-виконавців Києва. Лауреат багатьох фестивалів православної пісні, засновник фестивалю «Золотая купола» Києва. Любіть, ведь это так прекрасно. Простить становится легко. И жизнь проходит не напрасно. И в сердце радость, и на душе светло. Многие наши участники писали новые песни, посвященные нашей заступнице, равноапостольной княгине Ольге. Нам радостно, что «Утренняя заря» вдохновляет на творческий поиск наших исполнителей. Не стал исключением и сегодняшний концерт. И сейчас состоится премьера песни о княгине Ольге. Встречайте, отец Владимир Шинкарук. Спаси Господи всех с праздником, с праздником равноапостольной княгини Ольги. О княгине Ольге уже написано немало песен, но вот сегодня еще услышите одну, она одна из последних, из новых песен. И называется «Избранница Божья Ольга». Среди язычества в землях киевских воссиял чудный свет. Божий промысел на княгиню пал с вышних небес. И, сойдя в купель, сердцем просветлев, ощутив благодать. Для родной земли, для своих людей она стала как мать. Избранница Божья Ольга стоит у истоков Руси, святую крещенная Троицу готовится крест понести. И сердцу вначале внимая, из чаши полынь пролила, но истинный семя впитая, ты мудростью мир превзошла. И, вступая бой, с мерзким идолом зло разило добром. Но, питаема хлебом истины, обретала любовь. И сияла ты зорькой раннею, дабы время пришло. Незамедленно красносолнышко, чтоб над Русью взошло. Избранница Божья Ольга стоит у истоков Руси, в святую крещенную Троицу готовится крест понести. Умом одаренная тонким, увидев спасение стези, ты воином сделалась стойким, чтоб нас ко кресту привести. Ты воином сделалась стойким, чтоб нас ко Христу привести. Вторая песня называется «Поспешим». Как важно человеку ходить в храм, пока это можно. Пожалуйста. Ти зранку звін, ой, так старається він. А втім дзвонінні наше спасіння, людоньки, поспіши. А втім дзвонінні наше спасіння, людоньки, поспіши. Людоньки, поспішим у наш небесний дім. Ангел радіє серденьком, ліє, коли молюся в нім. Ангел радіє серденьком, ліє, коли молюся в нім. Коли молюся в нім, зичу добра усім.
бідним, богатим кумам, і сватам, і рідним, і чужим. Бідним, богатим кумам, і сватам, і рідним, і чужим. Справи переступлю, до храму поспішу. Ніхто не знає, душа співає, коли до церкви йду. Ніхто не знає, душа співає, коли до церкви йду. Коли до церкви йду, молюся Господу. Царю Всевишній, прости нас грішних і відведи біду. Царю Всевишній, прости нас грішних і відведи біду. Ой, відведи біду, спаси родину всю. Батька і матір, сестер і братів нашу країну. Батька і матір, сестер і братів нашу країну. Святе живе, коростенем іде, кожну оселю стукає, двері може хтось відкриє. Кожну оселю стукає, двері може хтось відкриє. Може хтось відкриє, запросить до себе. Серденько бідне, Христос увійде, душу твою спасе. Серденько бідне, Христос увійде, душу твою спасе. Ой, чути зранку дзвін, ой, так старається він. А в тім у дзвоні ключі, від волі людоньки поспіши. А в тім у дзвоні ключі, від волі людоньки поспіши. А в тім у дзвоні ключі, від волі людоньки поспіши. Спасибо. Да, есть и такая православная песня. Еще одна песня, которую я хочу исполнить, называется «Умереть, чтобы жизнь, чтобы жить». Нужно знать, для чего мы живем, и нужно достойно уходить из жизни, уходить так, умирать так, дабы продолжить жизнь свою в вечности. Уходить нужно из жизни, когда призывает Господь, чтобы все это знали. Быть героем не нужно, чтобы из жизни уйти. И об этом пекутся твои враги, мои враги. Но гораздо сложнее ради Христа претерпеть. И когда час пробьет, нужно не дрогнуть, нужно суметь. Умереть, чтобы жить, чтобы с Господом быть. Умереть, чтобы жить, чтобы с Господом быть. Враг насылает уныние, в сердце влагает печаль. Помыслами стреляя, душу отдай, душу продай. Чтобы сражаться с этим, веру нужно иметь. И ради любви все претерпеть и суметь. Умереть, чтобы жить, чтобы с Господом быть.
быть. Власти над теми нету, кто сей мир победил. Агнец, Сын Божий, Он всему Господин. Нашего ради спасения смерть на кресте претерпел, чтобы каждый из нас надежду имел и сумел умереть, чтобы жить, чтобы с Господом. Христос возлюбить и простить, как Христос возлюбить. А сейчас я хочу пригласить на эту сцену лауреата международных конкурсов православной авторской песни Петра Романцева. Мы с ним исполним одну песню в дуэте, и несколько песен он исполнит сам. Здравствуйте. Я хочу спеть песню, такую песню пожелания, ну, нашим детям, которые выходят замуж, женятся. Вот, но более реальную, чем обычно желают на свадьбах, доброго здоровья, которое, чтобы вообще никогда не заканчивалось. Вот, ну, мы с ним всегда когда-нибудь расстанемся все равно. Вот, но пожелать чего-то хочется другого. Вот так у меня получилась песня пожелания в таком виде. Дай им, Боже, жить с тобою, пусть любовь твою хранят утром, днем и каждый вечер. Аллилуйя, говорят, аллилуйя, 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 аллилуйя. Не гаснут свечи и лампады, пусть горят, а когда родятся дети, аллилуйя, говорят, аллилуйя, 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 аллилуйя. Отец своим примером сможет сыну показать, быть мужчиной — это значит первым женщину прощать. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Так и мать своей дочурке должна тоже показать, как убить в себе обиды и до ночи мужа ждать. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
смотреть, пред тобой в любви стоять. Дай им, Боже, теплый вечер, в свои 70 встречать. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Прошу для них здоровья, денег тоже не собрать. Но когда тебя увидят, аллилуйя, с губ сорвать. Аллилуйя, 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 аллилуйя. О крестах уже батюшка говорил, что надо с достоинства донести свой крест. Потому что такая песня будет о крестах. На мундирах есть кресты, под крестами люди. Повелось так на Руси, что земля их любит. Что за люди на Руси? Если любят так кресты, что за люди на Руси? Что за люди на Руси? Если любят так кресты, кресты и кресты. А воспитать, ну, грешные мы люди, для чего ж себя питать, если жить не будем? Что за люди на Руси, если любят так кресты? Что за люди на Руси? Что за люди на Руси, если любят так кресты, кресты, кресты? Что ж, Ванюша, ты молчишь, но как там наши люди? В Царстве Божьем есть кресты или простые будни? Что за люди на Руси, если любят так кресты? Что за люди на Руси? Что за люди на Руси, если любят так кресты? Кресты и кресты. Мы заплачем о грехах, о своих поплачем. На могилках пред тобой, пред святым распятием. Что за люди на Руси, если любят так кресты? Что за люди на Руси? Что за люди на Руси, если любят так кресты, да кресты? Ну что за люди на Руси? Спасибо. Ну, и еще такая песня, она то известная, мелодию оттуда взял, потому что сильно обидно стало, что люди, ну, бывает, танцуют песни и не слушают слов. Вот, вы ее узнаете сейчас, ну, по другим словам.
целомудрена. Моя женщина с Богом правдой, любовью повенчана. Ты небесная, интересная, православная, скромная женщина. Ты небесная, интересная, православная, скромная женщина. Ты родник живой, освежусь с тобой, припаду к твоей святости, милая. Ангел неземной, ты всегда со мной, побеждая, прощаешь, любимая. Ангел неземной, ты всегда со мной, побеждая, прощаешь, любимая. Ты хранишь любовь, Бог любви с тобой, дом тобою наполнен молитвами. Ты очаг родной, сохрани любовь, донеси до престола Всевышнего. Ты очаг родной, сохрани любовь, донеси до престола Всевышнего. Спасибо. Составитель житий святих, святитель Дмитрий Ростовський, називає святую Ольгу зарей, явившейся в конце ночи идолослужения на нашей земле пред наступлением светлого дня святой веры во Христа, солнца правды. Наш наступний учасник Михайло Кухар завітав до нас з міста Макарів Київської області, малої батьківщини святого Дмитрія Ростовського. Михайло не вперше на нашій сцені і навіть встиг сподобатися нашим глядачам і слухачам. Сьогодні він знову буде дарувати нам своє мистецтво. Зустрічайте! Ваші оплески. Вітаю вас зі святом вас. Нехай благословення Боже ляже на кожного з нас, хто тут знаходиться. Сьогодні я виконую пару пісень співака-композитора Вадима Байкова. Ви його знаєте, це продюсер, колишній продюсер, продюсер Алсу. Пісня 40. Вроде бы стал мудрей, вроде бы стал добрей, спокойней, осторожней и немного грустней. Перешагнул порог, 40, конечно, срок, но лишь игра слов подтверждает смысл этих строк. Ветер волею неси меня за собою в небо синее, где бескрайнюю любовь невозможно измерить. Я лечу по небу синему, Господи, за все проси меня, если можешь, а ты можешь все, я верю. Я не спеша бреду, годы, увы, не жду, но день рождения, счастье, только лишь раз в году. 40, конечно, срок,
что подвести то. Как жаль, что не все я сделал, что, наверное, мог. Ветер волнию неси меня за собою в небо синее, где бескрайнюю любовь невозможно измерить. Я лечу по небу синему, Господи, за все проси меня, если можешь, а ты можешь все. Годы никуда не уходят, время мы придумали сами, просто мы живем не в свободе, теряя связь с небесами. Верь, что мы многое значим, в сердце поселилась гордыня, только все могло быть иначе, ведь Бог нас создал другими. Ветер вольный унеси меня за собою в небо синее, где бескрайнюю любовь невозможно измерить. Я лечу по небу синему, Господи, за все проси меня, если можешь, а ты можешь все. Я верю. Дякую. Друга пісня називається «Боже милостив, будь мені грішним». Закате дня, буди на мне, Господи, милость Твоя, когда бреду оковами свинья, буди на мне, Господи, милость Твоя, сойду, когда за Твоего коня, буди на мне, Господи, милость Твоя, Твою в грехе, не ведая себя, буди на мне, Господи, милость Твоя. Ращу ночи, сбегая от огня, буди на мне, Господи, милость Твоя, скорбе стенаю, белый свет меня, буди на мне, Господи, милость Твоя, валяюсь нищим, руку протяня, буди на мне, Господи, милость Твоя, буди на мне, Господи, милость Твоя. Согрешает плоть моя, буди на мне, Господи, милость Твоя, бежит язык мой, злобою гоня, буди на мне, Господи, милость Твоя, с мечом восстанут душу полоня, буди на мне, Господи, милость Твоя, в суде при обличении меня. Буди на мне, Господи, милость Твоя. Горы Твоей не вижу без дня, буди на мне, Господи, милость Твоя. Нога
молилась злая, рукой греховной отопну тебя. Буди нам не Господи, милость твоя, буди нам не Господи, милость твоя. Сади милость твоя, Боже, милости будь мне грешному, надеющийся на тебя, да не погибну. Дякую. Следующая песня называется «Матушка». Матушка моя, матушка, научи, подскажи, как не свалиться мне с краешка, не загубить свою жизнь. Матушка, княгиня Ольгушка, научи нас любви, чтобы вырасти, дедуша, добрыми людьми. Небо над головою, если будем с тобою в сердце, мир, а в душе покой. С верой, с помощью Божьей знаю, многое сможем сделать мы для земли родной. Сколько людьми было пройдено самых разных дорог, но сильна наша Родина, если в сердце есть Бог. Даже красному пламени выжечь не удалось, в душах людских православие, в каждом сердце Христос. Небо над головою, если будем с собою в сердце, мир, а в душе покой. С верой, с помощью Божьей знаю, многое сможем сделать мы для земли родной. Пусть молитва сердечная до небес долетит, чтобы всем стало легче нам в нашем трудном пути, чтоб начать нам все заново, зло в себе побороть и зажить жизнью праведной, чтобы в нас поверил Господь. Небо над головою, если будем с тобою в сердце, мир, а в душе покой. С верой, с помощью Божьей знаю, многое сможем сделать мы для земли родной.
над головою, если сердце покой в мире, а душе покой. С верой, с помощью Божьей знаю, многое сможем сделать мы для земли родной. Матушка, моя матушка. Дякую. Следующая песня – «Молитва Иисусова». Боже, Господи мой, Ты помилуй меня. Вновь шепчу я в ночи, веру в сердце храня. И не сходит тепло благодатной волной от молитвы простой, от молитвы одной. И не сходит тепло благодатной волной от молитвы простой, от молитвы одной. Только несколько слов вселенских столпов, великанов срывающих сонмы охот. Боже, Господи мой, до святого огня. Боже, Господи мой, Ты помилуй меня, дай воды мне святой до святого огня. Господи мой, Ты помилуй меня. Вновь шепчу я в ночи, веру в сердце храня. И не сходит тепло благодатной волной от молитвы простой, от молитвы одной. Тепло благодатной волной от молитвы простой, от молитвы одной. Дякую. И остання пісня Вадима Байкова «Печаль моя». Сотканная из звуков и шепота березовой листвы,
восторженного сердца жаркий стук, из облака, в котором свете ты. Счастливая печаль нежнейшей тайны, сокрытой в недрах шороха травы, в котором скрыта тайна мироздания и вечного бессмертия столбы. Печаль моя, счастливые мгновения, те, кто там и кто остался тут, душе влюбленной миге откровения откроется ее вселенский путь. Дорожка света сотканная нитью по радуге от неба до земли, тем высшим повелением и наитием летят скорбящим клином журавли. И взглядом провожая застываю, губами онемевшими шепчу: любимые мои, кусочек рая на крыльях, принесите вас, прошу. Печаль моя, счастливые мгновения, тех, кто там и кто остался тут, душе влюбленной миге откровения откроется ее вселенский путь. И отвечая на призыв сердечный, души скорбящей радости гонец, сиреневым курлыканьем ответит, и ускользнет за облачный Дякую. Ще раз зі святом вас. Організатори фестивалю при виборі пісень для виконання завжди намагаються врахувати інтереси і вподобання молодих людей та дітей, які відвідують наш захід. И нам очень радостно наблюдать, что среди наших зрителей всегда очень много детей самых разных возрастов. Хочется нагадать, что у 2013 році в рамках нашего проекта відбувся дитячий конкурс православної пісні «Зоренька». Юні таланти нашого міста дарували вам своє мистецтво. И сегодня наших юных зрителей ждет сюрприз. Сейчас на эту сцену выйдет наша гостья из Белоруссии, славного города Минска, Татьяна Дашкевич. Татьяна пишет песни на самые разные темы, но кроме того, что наша гостья поэт, прозаик, автор-исполнитель, она мама, что, наверное, для каждой женщины является самым главным в жизни. И детские стихи и песни занимают важное место в ее творчестве, потому что писались прежде всего для своих же детей. Мы попросили Татьяну исполнить сегодня эти самые светлые песни для нас. И это еще не все приятные подарки. Тетяна відгукнулась на запрошення організаторів не одна, а із своєю донечкою Марією. Зустрічайте на нашій сцені Тетяна Дашкевич та Марія Шипілова. Привітання, дорогі сябри! Привітання вам з моєї рідної Білорусі. Моя дочь Марія в моєму серці, але вона ще попозже вийде к вам і сама. Глядя на вас, на это прекрасное место, на этот природный амфитеатр, на воду, которая, вот песня над водой звучит, мне захотелось исполнить эту песню, которая так похожа на то, что здесь сегодня происходит. Здесь тоже раздается пища, пища духовная,
Песня называется «Две рыбки». Мать провожала сыночка с улыбкой, мать говорила сыночку с душой: «Милый, возьми хоть две малые рыбки, не было в отчим улове большой. Все мы, конечно же, ходим под Богом, есть и беднее на свете, чем мы. Может, поделишься с кем-то убогим, не зарекайся, твердят отцу мы. Делаем все мы в жизни ошибки, раны наносим себе и другим. Но есть у каждого малые рыбки, дай же дорогу добрую им». Много толпилось людей под горою, слушали люди, и вечер настал. И покормить их телесной едою добрый учитель друзьям приказал. «Нет ничего у нас, други сказали, сколько же пищи им надо купить. Мы у мальчишки две рыбки видали, сходим, попросим тебя угостить. Делаем все мы в жизни ошибки, раны наносим себе и другим. Но есть у каждого малые рыбки, дай же дорогу добрую им». Гляну, спаситель, на темное небо, тоненьких рыбок на всех разделил. Хлеба Иисус, вот несут еще хлеба, да взял у апостолов хлеб, преломил. Люди насытились, даже осталось, люди с собой забирали сполна. Рыбка никчемная, что с нею сталось, вкуса чудесного стала она. Делаем все мы в жизни ошибки, раны наносим себе другим. Но есть у каждого малые рыбки, дай же дорогу добрую им. Мальчик помчался ночную порою, мать и отца рыбака разбудил. Чудо! Той рыбкой Иисус под горою целых 5000 мужчин накормил. Выпил водицы он полную чашку, дух перевел и промолвил опять: «Я бы и обувь ему, и рубашку, все, что имею, мечтал бы отдать». Делаем все мы в жизни ошибки, раны наносим себе и другим. Но есть у каждого малые рыбки, дай же дорогу добрую им. Но есть у каждого малые рыбки, дай же дорогу добрую им. Спасибо. Следующая песня очень женская.
Она называется «Состояние ожидания». Это обычное, нормальное состояние для женщины. Она всегда чего-то или кого-то ждет, но об этом в песне. Но, конечно, эта песня и для мужчин, для того, чтобы вы, наши дорогие мужчины, поняли нашу очень простую женскую душу. Состояние ожидания. Я ждала тебя, любимый, жила ожиданием. Ты был рядом, но молчала душа о тебе. Ошибалась, ушибалась, к другим я стучалась. Срок пришел, и мы с тобою, спасибо судьбе. Состояние ожидания — это крылья. Крылья веры научили ввысь летать. Жизнь раскрашена любовью, жить — это помнить. Жизнь наполнена надеждой, жить — это ждать. Я ждала тебя, ребенок, молилась ночами. Я твой образ сочиняла, хотелось мечтать. Нежно гладила ромашки, как деток кудряшки. Было ждать дитя блаженством, под сердцем качать. Состояние ожидания — это крылья. Крылья веры научили ввысь летать. Жизнь раскрашена любовью, жить — это помнить. Жизнь наполнена надеждой, жить — это ждать. Жду еще одно мгновенье, миров дуновенье. Только к этому мгновенью ведет жизни нить. Не была бы я поэтом, не стала бы об этом. И не хочется об этом с тобой говорить. Ожидания — это крылья. Крылья веры научили ввысь летать. Жизнь раскрашена любовью, жить — это помнить. Жизнь наполнена надеждой, жить — это ждать. Жизнь наполнена надеждой. Буду ждать, будем ждать. Спасибо вам большое за теплый прием. Я приглашаю к микрофону свою дочь, мое продолжение, Марию Шипилову. Маша, какую мы первую песню будем петь? Песня Татьяны Дашкевич, написана для Марии Шипиловой, «Девочка-лошадка». Тонкая, заплету ромашки в косы.
и полетим прямо в росы. Ты девочка, ты, я тоже девочка, я листья с крылом, шейка тонкая. Заплету в косички гриву, о, как красиво. Солнце гладит по щекам, свежий ветер обнимает. Шелковистая река плещет в гости, приглашает. Понесешь меня рекой, посмотри, как просто открываем мы с тобой наш лошадиный остров. Ты девочка, ты, я тоже девочка, я листья с крылом, шейка тонкая. Заплету ромашки в косы и полетим прямо в росы. Ты девочка, ты, я тоже девочка, я листья с крылом, шейка тонкая. Заплету косички гриву, о, как красиво. Снять крыло, шейка тонкая. Заплету ромашки в косы и полетим прямо в росы. Ты девочка, ты, я тоже девочка, я снять крыло, шейка тонкая. Заплету в косички гриву, о, как красиво. И полетим прямо в росы. Следующая песня называется «Облака». Люди, может, в это не верят, а маленькая девочка знает, облака — это бывшие звери. Те, которые дом свой теряют, и подолгу глядя в окошко, шепчет на наречии пташек: «Здравствуй, моя серая кошка!» И рукою облаку машет: «Друг мой, ау-ау, помню, тебя зову руками, обовью шерстку небесную. Всегда любимые звери у дверей хозяев встречают. Солнце ослепительно тает, мальчики затеяли драку, а она стоит, провожает розовую в небо собаку. Друг мой,
двери, в небесах зверям открывает, над землей повис лунный клевец. Но на душе тревожной не спится, но как уснешь, когда в сером небе синяя летит кобылица. Друг мой, ау-ау, помню тебя, зову руками, а в огню шорстку небесную облака обниму чистой, слезой полью тебя. Я живлю, просто люблю, люблю. Спасибо, дорогие друзья. Мы вам сейчас споем песню, которую всегда поют все на наших с Машей выступлениях, концертах. Она называется «Цветы», а слова очень простые, вы их прекрасно знаете. Это не я написала, они просто так сами сложились с собой. Чтобы пела душа, чтобы бились сердца, чтобы мы собирались во имя Творца. Это припев. Чтобы пела, чтобы бились, чтобы мы собирались во имя. Спасибо, правильно. Поем, значит. Я букет соберу из любимых цветов. Я друзьям подарю, друзья, песен и слов, чтобы пела душа, чтобы били сердца, чтобы мы собирались во имя Творца. Есть кукушкины слезки, без слез не прожить, есть разбитое сердце, что может любить, чтобы пела душа, чтобы били сердца, чтобы мы собирались во имя Творца. Есть в букете цветы неземной красоты, это наши мечты, что чисты и святы. Чтобы пела душа, чтобы били сердца, чтобы мы собирались во имя Творца. Красота, чтобы пела душа, чтобы...
Спасибо, родные. Спасибо, родные. Наш наступний учасник завітав до нас вперше. Дмитро Долгов, засновник і керівник школи бардів Дмитра Долгова у Києві. Він вважає, що грі на гітарі не пізно вчитися в будь-якому віці і при будь-якій завантаженості. Сам Дмитро основною темою своєї творчості вважає любов у всіх її проявах. В його піснях розмишлення о житті чоловічеській передані в ярких і незабуваємих образах. Чоловік в цьому світі, як ліст на ветке, і життя, як лодка, плавучий остров. Ці слова із пісні Дмитрія «На побережжі». Зустрічайте на нашій сцені Дмитра Долгова. Здравствуйте, с праздником вас! Хочу рассказать о том, что привело меня сюда, на эту сцену, в ваш замечательный, чудный город. А привело меня чудо. Дело в том, что когда-то давно я написал песню, которая называется «Колыбельная для ангела». И надо так случиться, что несколько лет назад она прозвучала здесь, на этой сцене, из уст совершенно другого человека, исполнителя. И она здесь так понравилась, что раздается звонок, и говорят, а не хотели бы вы приехать вот на этот фестиваль православной песни? Ну, меня это немножко удивило. Почему? Потому что я человек светский, я говорю, каким образом это все будет происходить? Говорят, вы понимаете, ваша песня пришлась нам по душе. И мы думаем, что и вы тоже здесь будете уместны. Итак, ничего другого не остается, как спеть эту песню «Колыбельная для ангела». А предисловие будет такое. Я прочитал стихи. «У ангела ангина, он, не жалея сил, берег чьего-то сына, инфекцию схватил». Вот такой небольшой стишок послужил прологом вот этой песенки. Thank you.
ангел мой, не грусти, я принес радости. А следующая песня, она, ну, как уже сказали, о любви. Называется она «Не снимай меня с креста». Ну, в общем-то, называется она у меня 101-я песня Дон Жуана. Но в народе ее называют по-иному. С креста в райский сад не зови, еще не дописал песни о любви. Не увидишь больше снов, не клонись, голова, нет к любовной песне слов, так купи слова. Пуст карман, взять взаймы, не ходи, ночь темна, сторож пьян, так поди, укради. Что мне вору молва, что шипы диких роз, я тебе те слова той же ночью принес, блесла щаивы поцелуи твои, утром гляну, увы, все слова, нет любви. В райский сад не зови, еще не дописал песню о любви. Не снимай меня с креста, не срывай со стропил, еще не дописал. Я недолюбил. Еще одна песня, которая прозвучит для вас, она на стихи замечательного поэта из Харькова, ныне уже не живущего, Бориса Чичибабина. Когда-то, достаточно давно, он написал стихи, которые называются, они без названия, но первая строчка «С Украиной в крови». И года два назад я прочел эти стихи, они мне показались очень, для меня, как человека русского, для меня они оказались очень близкими. И, вероятнее всего, вот в этой песне мое сегодняшнее мировоззрение поэт угадал. Я написал музыку на эти стихи, и вот получилась такая песня. Я живу на земле Украины, и хоть русским зовусь, потому что по-русски пишу. На лугах доброты, что ее тополями хранимы, место есть,
моему шалашу, что мне север с тайгой, что мне юг с наготою на горе. Помолюсь тополям, чтобы дождик прошел стороной. Одуванчик мой брат, а еще молочай и цикорий. Сердце радо ромашки простой. О, земля Кобзаря, я в закате твоем, как в оправе. С тополиных страниц на земную полынь обронен. Пойте всю мою жизнь, пойте весело, пойте о славе. Соловьи запорожских времен. Спасибо огромное за ваши аплодисменты. Ну, а теперь, знаете, ну, мне попросили спеть что-нибудь всем известное. И я рискну спеть песню, которую я даже не стану называть. Как только я начну ее играть, вы ее тут же все узнаете. Оказался вдруг и не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке с тобой одной, там поймешь. Парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не пою. Не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел за тобой, как бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел за тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
И завершу я свое выступление тоже очень знаменитой песней Булата Акуджава. Ну, наверняка вы узнали Владимира Семеновича Высоцкого с его песней «Други». А сейчас Булат Акуджава. Давайте восклицать. Друг другом восхищаться, высокопарных слов не стоит опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поврось, а то попеременно. И не стоит придавать значения злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая. Спасибо огромное. Желаю вам всего самого лучшего. Всех. Все только, что только можно. До свидания. Наш наступний виконавець Василь Жданкін не потребує особливого представлення. Він брав участь у першому фестивалі 2009 року та ювілейному п'ятому 2013. До того ж, Василь – автор пісні гімну фестивалю «Величальне Русі». Коростенці його добре знають і шанують. Василий традиционно приезжает к нам со своей прекрасной дочерью Анастасией. И сегодняшний день не исключение. Ваші оплески Василю та Анастасії Жданкіним. Святом вас, дорогі браті і сестри. Ми привезли вам уклін від Святої Гори Почаївської. В цей святковий день хай мир і радість наповнюють ваші серця. І ми бачимо, що і погоду нам Господь благословив сьогодні прекрасно. І з цього приводу хочеться, щоб зараз першою прозвучала пісня на вірші Богдана Ігоря Антоновича «Україна». Yeah.
моя країна чарівна. Вишні соловейко. Де вечори з Євангелії, де наша церква канонізувала останнього кошового отамана війська Запорозького Петра Калнишевського. Це була незвичайна людина, і церква наша недаремно його прославила в лику святих. Уявіть собі, у віці 85 років його посадили в яму на Соловках, сиру й холодну, які він прожив ще 25 років. Тобто помер він у віці 111 років. І за що дається святість? В першу чергу за любов. Звичайно, що без молитви і без любові не можна було стільки часу провести в такому страшному місці. І зараз ви почуєте гімн, який був йому присвячений ще при його житті. Війська Запорозького, воїн знаменитий. Полки він
зрить пред собою. О, Боже, оружие готово до бою. Войско Запорозького, воїн знаменитий, Отчизну хранити. Зараз прозвучить пісня, улюблена пісня великого старця, нашого, можна сказати, сучасника Павла Груздєва. Її він співав в тюрмі, в Сибіру, і ми так само з дочкою її дуже полюбили. Зараз пропонуємо вашій увазі. Співаємо всі разом.
ласку я чую, рідненька. Я розлуки та зустрічі знаю, бачив я у чужій стороні. Чорнобривці із рідного краю, що насіяла ти навесні. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. Щиро дякую вам. На жаль, зараз у нас багато є ворогів. Багато хто каже, що от вороги – це американці, там, німці, журналісти, розкольники. Але самий головний ворог, він набагато ближче. Це наші гріхи. І якби ми не грішили, то де б вони всі були? Я хочу з цього приводу заспівати пісню, написану на вірші, які були знайдені в щоденнику великої княгині Ольги. Пошли нам, Господи, терпенье в годину лютых буйных дней, сносить народное гонение и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать, и крест тяжелый и кровавый с твоею кротостью встречать. И у преддверия могилы вдохни в сердца твоих рабов нечеловеческие силы. Молиться кротко за врагов. Молиться кротко за врагов.
А зараз прозвучить старовинний український романс. Де ти бродиш, моя доля? Зараз хочеться мені вшанувати пам'ять отця Олександра, який став зачинателем цього прекрасного дійства святкового. І зараз я заспіваю пісню на вірші великого князя Константина Романова. Ця пісня присвята Пресвятій Богородиці, хоча багато хто думає, що це любовний романс. Насправді, це високодуховний твір. Просто при радянській владі кілька слів поміняли. І хай фестиваль живе.
звезда. Звезда любви приветная. Заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет. Звезда надежды благодатная, звезда моих минувших дней. Закатная в душе измученной моей, ты будешь вечно незакатная в душе измученной. Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Могилою гори, сияй, моя звезда. Умру ли я, ты над могилою гори, сияй. Всі п'яні, не будете упрямі, веселітесь, пляшіте, друг друга потішіте. Пійте, браття, попийте, а на землю не лийте, а на землю не лийте. Отпившися гораздо, пойдем всі браття разно, болить голова больно, постелі лежать вольно. Пійте, браття, попийте, а на землю не лийте, а на землю не лийте. З похмілля як хвоставши, ті ж чарки в руки взявши, ті ж чарки в руки взявши, ті з похмілля як поставши, ні очим нам тужити, пива велим налити, пива велим налити.
другую, что як вип'є, многая літа крикне, многая літа, многая літа, многая літа, многая, 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 на многая літа. Сотвори, Господи, даруй нам, Господи, на многая літа. Щиро вам дякуємо і дай вам Бог побільше радості в житті. Щасливо! Княгиня Ольга прославляется в благодарной памяти потомкам как веры православная насадительница. И обращение к житию святой княгини – это не просто дань истории, а посыл всем нам, сегодняшним, хранить и приумножать то, что даровано и сохранено для нас в веках нашими благочестивыми и святыми предками – это святую православную веру. Зараз з нашої сцени для вас лунатиме завершальна пісня нашої зустрічі «Вера вечна». За традицією запрошуємо на сцену усіх учасників нашого фестивалю для виконання соборно-фінальної пісні сьогоднішнього вечора. Ваші оплески. А зараз для вас прозвучить піснопіння «Вера вечна». Это сербский гимн православной вере. Мы услышали этот гимн на фестивале Пентекосте в Киеве. Его пели на сербском языке. И родилась идея дописать слова на русском языке. Но припев звучит на сербском. И мы бы хотели, чтобы по возможности вы пели все вместе с нами. Это хвала нашей святой православной вере. Вера вечна, вера стара, вера наших святих цара. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Спасіння, віра, правди, утвердження, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Сіли твердою живіть, заповіді соблюдіть. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Віра тісно нас зв'язала, ми з сім'єю одною стали. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Радуйтесь і веселитесь, друг за друга помолитесь. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Всех сегодня поздравляем и жить с верою желаем. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Дякую.
Для нагородження учасників 8-го міжнародного фестивалю авторської православної пісні «Утрення зоря» на сцену запрошуємо міського голову Володимира Васильовича Москаленка, отця Йоанна, а також помічника народного депутата України Володимира Арешонкова Тетяну Вегівську. Шановні користенці, шановні учасники фестивалю, я від вашого імені, шановна Коростенська громада, хочу щиро подякувати учасників цього фестивалю, цих людей, які принесли сьогодні такі гарні настрої, які принесли високу духовність в наше місто і ті, хто сьогодні присутні на цьому фестивалю. Це традиційний фестиваль, але з кожним роком він показує палітру широкої душі православної пісні, нашої української, російської, білоруської, тобто те, чим ми сьогодні живемо. Тому я думаю, що ми щиро вдячні нашим не просто гостям, а нашим учасникам фестивалю, ті, хто сьогодні виступав, ті, хто сьогодні співав для нас, ті, хто прославляв Бога, тобто ті, хто сьогодні зробив свято. Свято Великої Тіні Ольги, свято для нас, для міста Коростеня. Тому щира подяка, дорогі учасники фестивалю, і від імені Коростенської громади ми щиро дякуємо вам за те, що ви сьогодні з нами, за те, що ви робите для православ'я і в даному випадку для нашого міста Коростеня. Дякую. До зустрічі у наступному році. Дякуємо за уваги, ну і, звісно, за щедрість ваших обласків. Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, подать Господи, Господину нашему, Высокопреосвященнейшему митрополиту Виссариону, предстоящему пред престолом Божиим за народ Божий, рабу Божию Владимиру, градоначальнику святого града сего, радеющему о благоденствии народа Божия и всем устроившим богоугодное собрание свое и всем зде предстоящим и молящимся и всем православящим Святую Троицу, и всем имущим любовь сердечную, и сотворим многое и благое лето. До наступних зустрічей!